Всем привет! Начинаем съемки пятого по счету кейс-брейка. На этот раз двухкейсового. 0 часов 39 минут в Москве. 22 марта, четверг. Вскрывать будем кейс, содержащий, как положено, 10 блоков. Первый кейс будет по коллекции категории премиум. Второй — категории Basic. Разный состав блоков, разное количество пакетов. Так, 10 блоков из кейса премиум. Посмотрим номера этих блоков. Затем в двух видео, я думаю, традиционно все это снимем. 33, 20, 1, 49, 40, 05, 37, 34, 42, 48, 35, 52, 36, 02, 36, 02, 36, 02, 36, 02, 36, 02, 36, 02, 36, 02, 36, 02, 36, 02, 36, 02, 36, 02, 36, 19. Десятый блок. Его номер 3819. Ну что ж, номера блоков посмотрели. Переходим непосредственно к вскрытию. То ради чего мы все здесь, как говорится, собрались. Приступаем. Первый блок. Его номер 3819. Всем удачи. Поехали. Параллелки подробно называть не буду, игроков ограничусь, я думаю, клубом, чтобы у нас побыстрее дело шло, особенно в преддверии еще второго кейса, где пакетов еще больше будет, поэтому первая параллелка — Динамо Минск. СКА. Амур. Северсталь. Витязь. Первая тиражная карта. Подсерия, финальная серия. СКА Магнитка. Артем Зуб. Григорий Дронов. Тираж 25 экземпляров. Авангард. Маска, автограф. Томми Кархунин. Кунь-Лунь Ред Стар. 8 номер из 20. Северсталь. Автограф Югра. Тобиас Виклунд. 7 номер из 10. Борис. Автограф Бориса. Дарин Диц. Под серией первый сезон. 3 номер из 20. Амур.
слегка. Спартак. Акбарс, Федор Малыхин. Автограф, 8 номер из 10. Автограф Спартака, Виктор Комаров, 10 номер из 10. Нефтехимик. Борис. Клюшка. Доминик Фурх, Авангард, 13 номер из 20. Торпеда. Серебряная подсерийка. Зак Юэнь Куньлунь. Последние два пакета. Евгений Додонов. Тираж 25. Победитель плей-офф. СКА. И в последнем пакете автомобилист Параллелка. На этом с первым блоком все. Переходим к следующему. Номер следующего блока 3378. Куньлунь. Магнитка. Йокерит. Снова начинается большое количество параллелок. Блок. Сибирь. Зато интересная концовка будет. Динамо. Московская. Первый автограф в этом блоке — Эрик Густавсон, Авангард, 4 номер из 10. Айс Челлендж, Хенри Иконин, Сергей Калинин, Йокерит СКА. Сочи. Маск с автографом, Александр Еременко, Динамо Москва, первый номер из 20. Подсерия первый сезон, Ник Эберт, Слован, 12 номер из 20. Локомотив. Финальная серия, СКА Магнитка, Тихонов, Железков. ЦСКА. Магнитка. Первая джерси в этом кейсе, 4 номер из 10, Иржи Секач. Акбарс, шорт-принтовая джерси, стандартная джерси, тираж 20 экземпляров, а это 10, всего несколько таких карт. Вилли Лайнин, Спартак.
терпе, да? Динамо. Динамо Москва. Авангард. Автографская. Владислав Гавриков. Первый номер из 10. Серебряная параллелка. Юна Санелев. Авангард. Последний пакетик. Автограф Торпеда. Рок Тичер. Девятый номер из 10. На этом закончено. Вскрывать второй блок. Переходим к третьему. Номер этого блока 4170. ЦСКА. Автограф Динамо, Егор Яковлев, шестой номер из 10. Кунь-Лунь. Лада. Югра. Джерси Джастин Погги, Слован, пятый номер из 20. Автомобилист. Авангард. Автограф тренера Майк Кинан, Кунь-Лунь, третий номер из 10. Финальная серия СКА «Магнитка», Хафизулин, Береглазов. Серебряная параллелка Алексей Кручинин, трактор. Тираж 10 экземпляров. Автограф магнитки Ярослав Хабаров. Четвертый номер из 10. Резко пошли хиты один за другим. Салават Юлаев. И практически все выпали в средней части блока. Акбарс. Адмирал. Слован. Лауреат сезона Анна Шохина. Клуб «Торнадо» представлял она на матче звезд. Хотя нет, это, наверное, все-таки кусок клубный, да. Клубной формы, закрытие сезона под серией, тираж 18 экземпляров. Категорию ЖХЛ. Эта карта уходит. Маска с автографом, трактор Василий Демченко. Седьмой номер из 20. Динамо Москва.
Сочи. Я автограф, я Курисанин. Витязь, под серии первый сезон, 6 номер из 20. Ну вот, закончился и третий блок. На очереди четвертый номер этого блока, 37-34. Автограф «Динамо Москва», Дмитрий Сидлеров, 13 номер из 20, под серии первый сезон. И снова под серия закрытия сезона, Антон Белов, СКА, 12 номер из 18. ЦСКА. Слован. Локомотив. Автограф Йокерита, Хенри Иконин, первый номер из 10. Динамо Москва. Акбарс. Динамо Москва. Автограф Адмирала, Владимир Ткачев, второй номер из 10. Сибирь. Клюшка Торпеда, Геннадий Столяров, 10 номер из 20. Уже победители плей-офф, Патрик Хёрстли, 8 номер из 25, СКА. Маска автограф, Илья Ежов, нефтехимик. Автограф Локомотива, Рушан Рафиков, 5 номер из 10, видите, смазанный автограф. Сразу видно, что не перманентным маркером, скорее всего, делался он. Авангард, Илья Михеев. Либо Рафиков так быстро стер, что даже перманент не успел засохнуть. Петер Регин, Йокерит. Золотая параллель, Богдан Киселевич, второй номер из 5, ЦСКА. ЦСКА. Авангард. Последний пакет этого блока. Переходим к заключительному пятому блоку в этом видео. Номер блока 3891.
сразу же начинаем с автографа. Яко Рисанин, мне кажется, был он уже у нас. Витязь, под серией первый сезон, 13 из 20. Сочи. Динамо Минск. Витязь. Трактор. Словом. Первый автограф ЖХЛ, Екатерина Николаева, Динамо Санкт-Петербург, 10 номер из 10. По ЖХЛ была уже карточка. С Анной Шохиной, от серии закрытия сезона, Динамо Рига. Автограф Витязя, Александр Панков, 9 номер из 10. Химик. Йокерит. Евгений Дадонов, победитель плей-офф. СКА. Илья Проскуряков, Югра. Маска, автограф. 16 номер из 20. Клюшка. И снова Геннадий Столяров. Торпеда. 13 номер из 20. Вот так вот. По-моему, была уже клюшка в предыдущем, кажется, блоке. Геннадия Столярова. Лада. Айс Челлендж, Расмус Риссанин, Динар Хафизулин, Йокерит СКА. Золотая параллель, на этот раз Спартак, Максим Потапов, 4 номер из 5. Ну, вот был армеец в золотой параллели, теперь спартаковец. И, возможно, что все, не помню. По-моему, две золотых параллели на кейс идут в этой конфигурации. Словом. Но это мы все наверстаем во втором кейсе. Там золотых параллелей будет значительно больше. Слава Тилаев. Автограф автомобилиста Никита Трямкин. 6 номер из 10. Сибирь. ЦСКА. Последний пакет. Динамо Москва. Ну что ж, на этом первое видео заканчиваем. После небольшого перерыва начну снимать вторую часть этого кейса.